Так, магазин новый. Так он называется. Сейчас данные его сниму. Магазин у нас в Твери. Так что кто чё, звоните, пишите. В основном будет видео про Вирекс. И вот, заходя сразу, видим вот тарелочки. Верхняя, нижняя, 1,85 м. А крышки, ну, дальше посмотрим. Так, вот сейчас поснимаю цены. Передок 1850. Они два одинаковых кардана наперед, да? Ну да. По длине. А рулевые почем? Рулевые надо посмотреть. Там, это, ага. Слушай, самый кардан. Ну, есть мастер-партийский еще, но он дороже будет. Ага. А сколько этот винт-то? 90 растяжки. А эти лучше, хуже растяжки, нет? Слушай, ну не жаловался, значит, никто не привозил, не говорил, что они лопаются. Ага. И карданы есть, да, у тебя разные. Да. Шарниры. 1620 5 420 420. Это левый, правый, да, лонжерон? Да. Угу. Так, что еще? Кервенко. А, вот интересная позиция. Кервенко, удлинители. Кервенко, ножи. Длинные, короткие, все есть. Тарелки есть. Сегментные пальцы есть. Так, более-менее. Ассортимент добавляется. А, вот Т-25 он. По полке, по Т-40, Т-25. Документы у него прямо, да? Сейчас. Так, а что по маслу у тебя? Слушай, ну по маслу как, все стандартно. Ага. Восьмерка, десятка. Десятка, почем? 10 ДМ. Десятка около 3000 получается, 20 литров. По 150, короче, литр где-то. Ну, грубо говоря, да, там по 147, по 148, так, если быть точно. Ага. Тады, тапы. Так. Есть полусинтетика дизельная, антифризы, красные, зеленые. Так. 10К2К8. Ага. Что-то подороже, что-то подешевле. А вот по нитке, скажи, тоже интересно. Почем ты ее сейчас продаешь? 1800 рублей. Одна, да? Да. Угу. Флековская, сколько? 500-овская, вон вижу, 500, да. 2,5, да, 2,5 тысячи метров. Угу. Так, ну и самое интересное, то есть по Вирексам, вот. Тут мелькало, то есть... И рамка вот, есть, да. метр шестьдесят. Да, 1,65 м на 1,85 м, что-то пока, ну, можно найти, но что-то пока не стал привозить. Шарнир. Угу. Тут два вала привез, 1,65 м, 1,85 м, так просто, чтобы... Это были. В корыто, да? Да. В поддон, да. Который. Ага. Вот. Ну и тут все, как барабаны. Барабаны все, есть. Сборе, да. Крышки есть, ступицы в сборе. То, что мы с тобой говорили, да. Одна с каленой шестернью, там... крепким валом. Вот, то есть разница, спрашивали, в чем разница Вирекс и это Лисицкий. Абсолютно одинаковые. Одна то ли каленая, то ли покрашенная, то есть черненая, не черненая, тут непонятно. Но с виду ни толщина валов, ни что-то, ни какие-то доработки. Ничего. Все одинаково. Абсолютно. Единственное, что здесь подшипник вот стоит уже, сразу же стоит подшипник. А, то есть в комплекте просто идет подшипник дополнительно. На этой нету подшипника. Вот и все. А это прижимы вала в корыте. Да? Нет, это, по-моему, этот подшипник, как там, левый-правый там. Куда? Отсюда, насколько я помню. Ага, шестерни есть, эти есть, и верхние, и нижние.
все есть, эти ступицы все отдельно есть, ножи, прижи есть, валы короткие, вот эти лисицкие, и этот тоже есть. Так, ножи мы говорили, там черный был. Черные обычные, эти гранитовские, и вот Made in Germany, прям вот который написано, да. Якобы родной. Да. Должен быть все выбор. Резинки все эти, пластиковые крышки есть, пыльник есть, подкладка это есть. Ну, вроде все такое, все основное есть. Да, это уж типа ремкомплект, если интересно будет просто. А, полностью. Да, есть. В одном пакетике собраны все вот эти прокладки, пыльники и так далее. И просто смотрю, этот вал. Вал есть, который на ВОМ идет. Тоже хорошая позиция. А это втулка, которая там идет, да? Да. И здесь коробочка, да, вот здесь болтает, здесь всякая мелочушка, там втулки, там прокладки, если кому понадобится, там эти уплотнительные эти пальчики. Там. По Вироксу, я думаю, что у нас в Твери большего ассортимента не найти. Да, и ты же можешь привезти на заказ. Могу привезти, да вот, кстати, ну, ремни. Вироксовские, да? Да. Весь комплект. Ну да, вот на большую, на 1,85, 350 и 29,32. А 1,35 что ты не брал? А что-то у меня их и не спрашивают почти. Ага. На 1,35, я не знаю, вообще-то кто-нибудь, у кого-нибудь есть косилки? Ну есть, эти же любители маленьких тракторов. Маленьких тракторов. Так, еще у тебя есть этот комплект полностью, да? Полностью для... комплект переоборудован, да, с гура на гору. Ага, и сколько он будет денег? Денег он будет в районе... точно 35-36 тысяч. То есть вот этот 8,5 стоит. И сам комплект там 20. Ну и ты раздербанить можешь, правильно, да? Блин, ну раздербанивать не хотелось бы. Нет, ну ты можешь привезти отдельно колонку там это. А, он как-то продается, да? Я говорю, сам комплект не хотелось бы раздербанить. Не, понятно, а этот, да. Без проблем. И переходники, то есть... Да, и... есть такой облегченный. Да, и угловой есть. Да. Понятно. Так, давай у тебя масло возьму. А, цепи КРСовские есть у тебя, да? Бетон доильный и подоилки есть центральные. Ну, да, сельхоз, что-то спрашивают, так иногда потихонечку покупают всю эту фигню. Не, я просто снимаю все подряд, чтобы как бы кто может что-то заинтересует. Сейчас еще на улице магазин сниму. Где что? На Старицкой в Твери у нас такой вот новенький магазинчик. Так что вот.